Здорово, товарищи! Сегодня будем делать настоящий сербский вариант болгарского перца или паприки, который оставляем на зиму. Штучка называется айвар. Знаменитое блюдо на Балканах, Сербия, Македония. Не знаю, наверное, и болгары что-то делают. Но за это блюдо вам надо хорошего мясиста паприка. У нас люди это делают ту огромном количеству, потом ставят в какие-то банки. А вы можете, конечно, значит, да обжарите паприку или перец болгарский на грилу, на какой-то плите или как я то сейчас буду делать у духовки. Включена духовка уже у меня на 230-40 градусов. И сейчас ставим нашу паприку у духовку, чтобы кора обгорела, почти становилась черным, чтобы мы ее легче сняли. Прошло примерно где-то 30-35 минут. Приготовьте одну кастрюлю. Приготовьте такую сетку. Это очень важно. Перчик у нас уже готов. Возьмите одну глубокую кастрюлю, чашку, чего хотите. Возьмите какие-то деревянные лопатки, потому что это очень-очень горячее. Значит, перчик ставим внутрь. У нем есть куча воды, горячий. Это очень хорошо. Это мы отправим на мойку. А это все накроем, пусть постоит еще там минута 10-15, чтобы все хорошо, значит, у нас напарилось. Прошло где-то 15-20 минут, наш перчик напарился. Сейчас весь смысл снять кожу, чтобы все потихоньку прохладало. Это нам точно не надо. Порвите это все. Сейчас это все холодать будет. По-хорошему это надо оставить на ночь, чтобы все хорошо выцедилось. Но у нас как-то времени нету. Мы хотим это все по-быстрому сделать. У нас есть такой замечательный миксер, универсал, который делает все. Возьмем такую чашку, включим наш миксер. После нашего волшебного миксера мясорубки у нас результат такой. Можно да заметите, как тут идет вода. Это очень хорошо. Все то ставим в кастрюлю. Сейчас нам сюда надо добавить соль. Можете да накрутите перчика немножко. Тут надо масло. Обычно используется растительное, но я оливку очень люблю. И айвар он как-то любит масло, товарищи. Возьмете одну да деревянную лопатку и на плиту. На тихий огонь. Если вы это будете делать на слишком сильном, он сгорит. Готовится где-то примерно такое количество, минута 20. Если будете делать на большую кастрюлю, тогда вам принадобится больше часа. Важно, значит, забрать эту палку деревянную, такую широкую, ходить по дну, потому что все клейте, чтобы нам не загорало. Сейчас мы то возьмем сюда. Затем туда надо чеснок. Но честно, это настоящий рецепт, это не придумал я. По-хорошему, если бы я делал большое количество, я бы, конечно, еще обжарил там немножко. Хорошо смешаем. Когда солите, будете чедры, потому что айвар стоит по несколько месяцев, значит, соль его должна держать. Если вы это хотите оставить себе на зиму, значит, вы возьмете стеклянные банки,
Stavite stiklene vankine maška u duhovku, zdelajte sterilizaciju, da bavim to tako stiklenu banku ili misku, pa kao on garjači, тренируйте се, попробуйте, очень интересно. Я как-то, когда был маленький, я вожал, значит, так, на хлеб, айвар, и немножко какого-то сыра, типа фета, сверху. А это просто фантазия. Это просто блюдо, которое подается в каждом сербском ресторане, как салат. Это есть у каждом дому. Очень вкусно, холодно. Один из способов, как сохранить перец 50 лет назад, когда не было электрической энергии. Я вам, конечно, желаю приятного аппетита. Смотрите и дальше ТВ Джем. Наслаждайтесь. С вами был Серж. ТВ Джем. Спасибо. Чао.